На главу Почты России Дмитрия Страшного могут завести уголовное дело. И снова неприятности у него из-за премии, но на этот раз тех, которые руководитель выписал своим замам. По данным сотрудников прокуратуры, Страшно в период с 2014 по 2015 годы выделил заместителям почти 270 миллионов рублей в качестве вознаграждения. Ведомости посчитали, что эти премии нанесли ущерб предприятию и направили материалы дела в Следственный комитет. В 2014 году Почта России понесла убытки от продаж в размере более 4 миллиардов рублей. При таких обстоятельствах Дмитрий Страшнов издал приказы о многомиллионном премировании своих заместителей в нарушение закона, вопреки интересам предприятия федерального государственного унитарного, причинив предприятию материальный ущерб. Напомню, в конце прошлого года главу компании заподозрили в незаконном начислении премий самому себе. Речь шла о 95 миллионах рублей, но до уголовного дела так и не дошло. Позже в ведомстве заявили, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.